Останови. Нет, запись идет. А ты меня слышишь? Да. Все, запись идет. Ну вот. Сейчас пошла обработка, знаешь чего? Правой части мозга. Причем такое впечатление, как будто от центра мозга вот так, вектором как-то, продавливает вверх. Но держит что-то и, ну, не держит в смысле, а работает в центре самого живота, им как-то мягко, ощущение мягкое. Ну и даже словно показали мне работу какого-то камня. Большой такой, светлый. Но голова обрабатывается хорошо. Кстати, ты можешь, раз уж идет запись, может, запись выставим, можешь еще раз сказать, если хочешь. Ну, как бы, назначение этой установки. Установка предназначена для раскрытия потенциала денежных каналов творчества и способностей. Сейчас я ее буду немножко усиливать. Я провожу специальный кристалл на мою фотографию. Сейчас будешь оценивать. Кристалл C3. А сейчас вот в левой части головы, только как будто наоборот, как будто что-то спустилось к центру. Вот интересно. И ощущение в груди очень сильно обрабатывается, вот грудь. И даже вот там, где я тебе говорила, как сердцебиение было, такое на уровне поля, то сейчас как будто как какая-то дорожка такая, как типа проложилась. И она как будто даже как под сердце. Ну, голову очень сильно, очень. Ну, ты даже видишь, у меня аж закидывает голову. И закидывает, и так, знаешь, как меня раскачивает. Она у тебя там на здоровье как-нибудь влияет? Немножко влияет. Я подумала, что у меня все-таки это взаимосвязано, знаешь? Ну, а вот то, о чем ты сказал, с ногами. Я почему спросила, потому что у меня тепло на ноги, в ноги пошло.
И вот область колен, ну как-то целиком. О, блин, раскачивали. Добавлю еще башню созидания. Добавлю еще башню созидания. Что делаю? Продавливаю. Да, добавлю башню созидания. Ой, вообще. У меня эта башня созидания ассоциируется с твоим этим произведением. Вот, и я. И, во-первых, я ее сразу представляю, так как я ее в видео сделала. Там на самом деле и башня, и вот эта аура вокруг нее огромная. Я бы сказала, знаешь, что сейчас? Тоже прям работа очень сильно в голове, но она как будто вот как какую-то концентрирующую роль играет. Как будто как концентрация какая-то такая, сборка мозгов, понимаешь? Причем в пирамиду, то есть вот такой формы как бы. Итак, оба полушария прям капитально захвачены. Вот ощущения теперь еще вот какие. Как будто в груди стало, как будто легче дышать. И вот эта какая-то просторность пошла еще и опускаться. Ну, как бы вот к области, ну, типа солнечного сплетения. Ну, какое-то сверкание возникло в голове, напоминающее типа, знаешь, вот как молния типа. Ну, раскачивает. Да, я вижу. Теперь пошло какое-то такое в области лба, но ближе к левому глазу. Такое как будто продавливает, и как даже, как пробивает наружу что-то, вот так бы сказала, эту область. А сейчас как будто какая-то волна, и она теплая, идет прямо, я бы сказала, из центра груди. И она вот от центра груди прям всю голову захватывает. И она имеет красноватый оттенок. То есть типа то ли желто-красный, как-то вот так. Может быть, немного, ой, извини, на солнечный похоже. Но именно вот красноватый сверкнул. Даже не красноватая, а красная, на что похоже.
камни опять твои там явились, показались где-то в центре моей головы. Опять вот этот, видимо, цитрин большой. И даже как будто что-то еще. Потому что не один, а как будто вот несколько вот так. Но вместе они. Ну, прям даже пробиваются какие-то, типа, я бы сказала, ясновидческие картинки. То есть как будто какое-то понимание, понимаешь, как большой, как будто простор какой-то, и через него как какое-то понимание идет. А сейчас какая-то работа, я бы сказала, наверное, по очищению, потому что образ какой-то такой, как будто что-то там или подвигают, прям в мозгах. Да, знаешь, я бы сказала так. Вот то, что не дает видеть. Или вот эту, как будто ее, вот эту массу, ее как будто отодвигать стали. Причем ее даже окаймили какой-то голубой каемкой. И как будто вот в чашу какую-то положили, голубую такую, и вот отодвигают это. Сейчас какая-то обработка пошла с правой стороны груди. Как будто как даже защипала или защекотала. Как-то вот даже вот здесь. Что-то в области горла еще. Я прям как будто центр. А тут вот как простраивается типа.
Так у тебя башня созидания, это даже у тебя специально такое сделанное, да, Ген? Свеча стоит в соответствии башни. Ну, то есть я вообще думала, что это что-то условное, вот это не условное, а прям физическое что-то. Смотри, можешь глянуть. Давай. Вот она, рядом с тобой. Это вот свеча с ореолом? Да. Ух ты, вообще. Серебряный цвет, все какая-то она была. Сейчас какая-то прохлада пошла в области груди, ну вот, ближе к рукам. Ну, лоб, то есть мозг, мозг прям вот здоров, как сильно делается в нем что-то. Пошел прям захват, знаешь какой? Захватывается область переносицы, ну как будто как внутри. И лба вот так вот. В левую сторону. Но мощно так. Вот. Вот опять коснулась кончика носа. Идет раскачивание.
Да, причем раскачка пошла по-другому. Тогда у меня голову назад откидывало чуть-чуть, а сейчас, наоборот, пошло вперед. Образ какой-то женщины в платке, типа в шале, возник. Состояние нормальное. Состояние как? Состояние? Состояние нормальное, вообще нормальное. Ну, как бы я так расслабилась, поэтому вот оно все как бы само. Сейчас я так чувствую, что вот. Я либо усилились, я вижу раскачка. Ну да, ну я тебе говорю, ну это прямо раскачка, прям все тело пошло уже. Но оно идет вперед. Да. Когда вот начиналось, меня как назад голову закидывало и раскачивало. А тут почему-то такая интересная позиция. У меня даже эти шейные позвонки аж. Это там даже так. Ну, почувствовал, как расщепило там что-то. Вот. И пошло, знаешь, что если вот вначале было, ну, как бы, я тебе говорила, от солнечного сплетения и выше, то сейчас такое впечатление пошло, как будто вот эта область живота прям даже. Я ее ощущаю. Ну и голову тоже, но просто вот захват как будто уже другой пошел. А перед этим, перед тем, как меня вот так стало вперед раскачивать, шло как будто, знаешь что, голубовато-фиолетовый свет, и он как будто, знаешь, как, когда вот помнишь, я тебе сказала, как будто сердце как заработало, только вот в этой вот области, а тут как будто глаза завибрировали, типа. И вот это вот шло вот таким голубовато-фиолетовым, вот, и потом вот меня вот так раскачивать стало. Потом там еще какой-то свет мелькнул. Я сразу не проговорила. Потому что, знаешь что? Даже как будто не очень говорить охота. Ну, сейчас прям какое-то вот даже щекотание прям. Вот. Тоже. На животе. Даже у меня даже физически. То нос щипит, то щекочет. О, сейчас знаешь, что пошло? Вот эта вот область, ух, как ее назвать, тоже левая сторона, но как будто задняя часть мозга, причем даже черепушки аж. То есть оно как будто чистит, знаешь, так, когда прочищает, скажем, наверное. Это все то, что не захватывалось раньше, пошло захватываться. Сейчас в области сердца тоже что-то. И еще у меня мелькнули, знаешь что? Ну вот из этого видео твоего, моего, тут как будто эти башни созидания, только их как будто несколько. Понял, понял?
Сейчас почему-то ощутилось, как будто пошло в руки. И у меня почему-то в руках, знаешь, как тяжесть какая-то возникла. Пустякаешь, да. А сейчас опять мелькание какого-то солнца, прямо образа солнца, типа солнечного какого-то такого. И опять как будто вот какой-то из твоих камней, и он прямо аж сияет, вот так, как знаешь, как вот солнце, когда сияет, что прям вот ослепляет. Да, сейчас какое-то дыхание пошло, вот как изнутри наружу, вот знаешь, как он дышит. Вот. Прям вот в области типа центра живота. Я даже не могу вспомнить уже название чакры, уже просто говорю так. А сейчас вот голову пошло опять, видишь, как? Вот как бы не вперед, а опять назад. Забрасываем. И приподнимает прям. Так, сейчас что-то такое в области типа поджелудочной. Но с левой стороны. Он даже немножко как-то как болезненно чуть-чуть. Означается, где-то проблемка есть. Сейчас как будто что-то прям типа как подключилось что-то к этому. Ну или к области третьего глаза. Ну вот к лобной части. Или как будто дошла очередь до чего-то. Вот так можно описать это. Сейчас какой-то типа серого, но прям какой-то благородный серый цвет возник, или камень какой-то у тебя такой, знаешь, серый, а внизу как, ну вот он с черным, ну таким вот, ну красивый, ну прям очень красивый, то есть вот он прям красивый камень. Вот. И он у меня как-то возник в области левого полушария. Вот так. Ну так, я его так увидела. Просто обрисовываю, как все увидела. Там, может, оно что-то значит, или оно само знает, что оно делает же.
вот оно. Я же тебе сказала, вот как будто очередь до чего-то дошла. Вот помнишь, я тебе сказала? Как будто вот так вот раз к центру живота что-то вот как подключилось работать. И после этого раз мне этот серый камень показывают. Вот. А может быть, вот его очередь дошла работать, да? Да. Вот. Ну ты можешь мне рассказать, что это за камень, раз он так соблаговолил мне нарисоваться. Ну, можешь говорить. Работа равновесия. Сейчас тебя уравновесит. И будем потихоньку выходить. А как называется вообще этот камень? Сейчас скажу, достану. Засветил. Вот. Смотри, он нам мелкие эти камни несут. Стального цвета переливается. Да. Я вот прямо и хотела сказать, что он какого-то стального цвета, точно. Да, вот он. Угу. Не знаю, он там не проснулся, я его взял. Что-что? Я его в руки взял, и мне так рассказывал. Так, ага. Пока я смотрела на камень, я еще уловила ощущение. Вот я тебе его сейчас расскажу. Еще голова плавнее пошла. Но она все равно раскачивает, а знаешь куда? Вообще как будто по диагонали. Но вперед. И мягко я еще. И опять нос стал щипать. И почему-то в основном у меня область тоже левого такого. Левое крыло носа. Ну ничего себе вообще. Просто вот я удивляюсь. Насколько же вот наше тело, ну все в нем. Не знаю как. Должно, наверное, превратиться в чистую энергию, прозрачную. Вот. И что еще? А, стала говорить. У меня стало немного холодиться, как будто. Но это охлаждение, оно приятное какое-то. У меня стала область спины. То есть прочищается что-то вот, или ведется работа над областью спины. И знаешь где? Вот начиная с области поясницы. Вот. И как-то вот с области поясницы и кверху типа. И больше даже захват какой-то, вот такой, как будто вот так и по краям спины идет. По мышцам, что ли, спины. Ну, не знаю почему, но какой-то вот такой, ну, я бы сказала, желтоватого, ну, даже его и желтым-то не назвать, но вот желтоватого какого-то оттенка, вот этот вот свет у меня прям вот он в голове, в мозге вот так вот как-то стоит, ну, или стоит, или вот работает, или опять вот этот твой цитрин камень. Вот. И какое-то сияние. То есть, знаешь как? Как будто вот этот вот свет, но он дает вот такой раз, и как сияние кверху вот так. Более яркого такого цвета, как, ну, чуть ли не как огня, что ли. И вкрапляются еще какие-то ярко-прозрачные какие-то, такие, ну, тоже или цвета, или что, как будто области, вот так как область какая-то. Как будто она как вот типа или прорезается, или как дает себе, знаешь? Mm-hmm. Вот.
ну, как бы более яркому такому чему-то. И оно как будто яркое и пространственно. Знаешь, как типа как ясновидение, что ли. Когда вот все ярко, четко, понятно и в пространстве. А сейчас очень интересно, но начала гореть область живота с правой стороны и прямо вот внизу. Представляешь, я дотронулась рукой, я физически рукой почувствовала, что тут горячо, ничего себе. А сейчас, мне кажется, тоже какой-то камень. Но знаешь, с чем? Вот у него коричневатое перемешано с цветом беж. Вот типа так. То есть он неоднородно коричневый, а он как будто вот такой. Есть такой? Нет у тебя? Есть. Все камни заработали. Спасибо тебе и твоим камням. Но ощущение тоже было какое-то, знаешь, как тебе сказать. Я пытаюсь свое восприятие сейчас. Вот как у меня ко всем камням. Знаешь что? Это камень на доверие. Вот что-то вот есть такое. От него каким-то теплом повеяло. А вот серый камень, он какое-то благородство и уважение у меня вызвал. Вот твой цитрин, он вызвал у меня чувство, знаешь, какое? Ну, пожалуй, какой-то или величавости, или какой-то большой значимости. Но, может быть, твои впечатления мне передались. Я помню, что ты очень радовался, что тебе этот камень пришел. Вот. Ну, не знаю, но прям вот этот коричневый, он с чем-то. Или он мне что-то из детства напомнил. Ну, или он сам по себе так воздействовал. Знаешь, он у меня, вот что, он даже, почему я мне захотела сказать, как из детства воспоминания, он какой-то типа или детскость, вот как будто или пробуждает, понимаешь? Прям вот любовь какую-то как, ну, типа к чему-то родному, что ли, понимаешь? Вот такая какая-то вот. Как хорошо, что я поговорить об этом хотела даже. Вот видишь, вот это вот понимание, что они разные, разные назначения у них. Мне даже, знаешь что, картинка типа из детства, причем она, знаешь какая? Вот у меня же детство-то проходило в тундре, понимаешь? У меня возникла вот эта картина, как будто или я на каком-то типа бугре стою, и вот этот простор вдаль. Понимаешь, там же деревьев нет, а там нет. Вот эти вот, ну как бы тундра, она такие плавные такие типа бугры, а тут как-то вот, ну главное, что вот этот вот простор вдаль пошел. И он такой щемящий. Чем-то типа или родным, или запомнившимся. Видимо, вот тут я или около какого-то камня стоял. Потому что там, кстати, вот эти бугры, там не только вот эта вот растительность, там с мхом, а там вот камни все время вот эти. Понимаешь, там же Уральский город, это недалеко. И вообще вот эта история,
всего создания вообще этой земной коры, она все время как-то вызывала какие-то мысли. Почему тут вот ни с того ни с сего среди этой земли вот эти вот каменные глыбы как-то? Об этом же тоже в детстве думалось? Так, вообще интересно, как будто все равно какое-то солнечное прочищение, ну, солнечное сияние пошло, оно приятное. То есть, знаешь, какое? Не яркое, а вот такое, как я люблю. Такое, ну, как бы, или чуть-чуть тучи так, ну, не тучи, а облачком как бы прикрыто. То есть, не такое вот оно, чтобы бьющее там, а вот комфортное такое, понимаешь? Вот, и оно у меня идет вот прям сверху, идет вот справа, я прям вот буквально в своей голове вижу вот это вот как справа. Вот. И очень приятно. И в области груди оно что-то, оно как-то влияет на область прям центра груди. Да, очень интересно. И само по себе это солнце сейчас пошло. Вот что делать. Оно как будто даже мой мозг стал, то сначала вот так появилось, вот оно как-то достигло области вот центра, вот тут вот груди. А сейчас оно как будто как вот тут, вот что-то приподнимает крышку солнцем, понимаешь? Потому что как вот так вот пошло. О, спасибо большое вам всем. Так, немножечко для установки хватит на сегодня. Да, спасибо большое, Гена. Ты даже сам похорошел или посолнечнел? Да. Я когда все, запись открыта. Спасибо большое за эти... Ясноведческие, красивые, удивительные вообще эти какие-то откровения. Да, Валя, я саму установку включать не буду, все наработаю.